вот это двоечка, я не запишу как одно, просто. Здесь будет R, вот оно, плюс минус. Теперь я выношу R нулевой квадрат за корень. Он превращается в R нулевой. Что под корнем остается? Внимательно смотрим. Единица минус. Я выношу R нулевой в квадрате, поэтому, а здесь только R нулевой в первой степени. Поэтому 4, R малое, а R нулевой появится в знаменателе. Теперь, наверное, имеет смысл вывести R нулевой за скобку. И получится, равняется R нулевой пополам. А скобки останется такая вот красивая форма. Единица плюс минус. Вместо R нулевой. Вот единица, поэтому сразу пишем R. А здесь будет единица минус 4, R малая, а R нулевой. Это наша рабочая форма. Придется записать ее начисто. Записываем. R равняется R нулевой пополам. И можно на скобку. Скобки. Единица. Плюс минус. Корень. Из. Единица. Минус. 4. R малое. R нулевой. Давайте найдем оба, а потом подумаем, как такое получилось, как такое может быть. Задача задана, а ответа два. Может такое быть или нет?